Да. Да, да, да. Приветствую вас на канале Splat of Watch Dogs. Сегодня продолжим собирательство выполнять. Так, в прошлый раз я там тупил, засыпал последние часы, минуты на стриме. Вообще, давайте... Отписан. Привет, Артур, Степан, Титан Геймс, привет. Давайте посмотрим вообще статистику. В прошлый раз прогресс я опять не посмотрел. 30,9. Привет, Курт. Кстати, это у меня так и не работает, как ее. Лабуда. Сетевая игра. Я не знаю, но походу без нее придется реально. Не получится, значит, пройти у меня на 100%. Придется, наверное, переименовывать. Либо написать без сетевой игры. Плюсики вижу, спасибо большое. И неделя у нас осталась до выхода Assassin's Creed. Как только он выйдет, придется Watch Dogs, если мы его не допройдем, а скорее всего мы его не допройдем, поставить на паузу. Хотя бы первую неделю, наверное, будем играть в Assassin's Creed, а потом как-то совмещать будем. Вот. Может хайпану, может хайпану. Ну, в любом случае, интересно новую игру посмотреть. Так. Чё я выключил-то? Пойдем. У нас поблизости есть вообще. Тут чекины всякие. Поехали к чекины, посмотрим расследование. Расследование это просто тут надо будет, в общем, QR-код отсканировать. Так, секунду. В телефоне-то я забыл трансляцию запустить. Да ё-моё. Ну, ага, все норм. На телефоне включил, все работает, ну погнали. Так, что-то машин тут нигде бесхозных я не вижу, ну там далеко бежать, давайте просто вызовем какой-нибудь. А где мышка у меня? Мышки. Так должно быть. Или мотоцикл. Все-таки машину. Давайте вон. Блин, названия такие, конечно. Ну и придумали. Спорт. Вот давайте вот этот. Пусть спорт будет. Так, все готово. Твоя тачка уже на месте. Ну что-то далековато. Я бы, конечно, стырил другую какую-нибудь тачку. Знаешь, я внезапно... Вон тут куча стоит. Ну теперь уж возьму эту, хорошо. Музыку, кстати, будем выключать. Совсем забыл. Уровень сложности у нас реализм. Так, где у нас это? Ой. Вот звук. Потому что за прошлый стрим почему-то мне аж 3 предупреждения прилетело об использовании музыки с авторскими правами именно вот в машине. Поэтому нахрен надо. Будем ездить без нее пока что. Твою мать, только вот этого не хватало, блин. Я прижму его. Стой, к обочине. Его нужно остановить. Что это, на красный проехал, да, наверное? Стоять, ну! Вы чё, дураки, людей поубивали? А чё, музыка заиграла? Она не отключается. Вот уроду. Блин, поехал просто на задание. Блэкаут? Это я сделал блэкаут? Так а толк-то от него днем? Бортану его!
Блин, тут район, ни светофоров, ни хрена нет. Я в него врежусь. Давай. Ой, я сам тут себя затаранил. Что, не сработала ни одна нейтрализация, что ли? Нам срочно нужен доступ. Ой, дурак. Ой, не то. О, получилось. Пипец. Впервые город Ветров заслужил звание самого высокотехнологичного города Америки. С тех пор, как мэр Рашмор одобрил использование CityOS, Чикаго есть чем похвастаться перед другими мегаполисами США. База, пришлите медиков! 911, что случилось? Полиция? Пришлите хоть кого-нибудь! У нас разрешение. Опять они на меня докопались. Начинаю поиск преступника. Знаю, сканирование, по-моему, вообще нереально увернуться. Так, как вот? Почему оно передвигается? Что это такое вообще? Нереал, нереал от этого уйти, невозможно. Твою мать. Что за бред, я же сбежал вроде, с какого хрена они меня опять начали преследовать? Так и понтки. Чем вот я занимаюсь, чем? Машины сейчас уже кранты будут. Ух ты! Подождите, сейчас я его прижму. Йо, я загнался в ловушку. Чёрт, раним! Бортану его! Жопа какая-то вообще. Чё они до меня докопались? Блин, опять ловушка. Врежемся в него. А ну тормози. Уй, блин. Что там? Конец. Уйди, дурак. Он попал, видим его. Я не знаю, что делать-то уже. О, ну вроде они меня... Нет, не потеряли. База, предоставьте нам доступ к CityOS. Ой, опять задрал этот CityOS.
Блин, если они будут до меня докапываться, вот так будет делать, значит. Да блин! На колени! Живо! Живо! Идем на таран! Машину я, конечно, взял, что надо. Вертолет. Вы с ума сошли, что ли? Я просто ехал QR-код прочитать, козлы. Заходим на другую точку. Где там его, блин, это, сбить? Вали отсюда. Сейчас я его достану. Стоять, ну! Черт, одного из наших ранен. Ну, плюс есть в том, что у меня машина-то тяжелее. Остановите машину! Да неужели отстали? Мне, наверное, надо было машину поменять, когда я сбежал от полиции. Ой, там чё, кордон? Приноси. Я его протараню. Остановись! Это приказ! Не успел, я же нажимал. Протараню его. Ты же сам угробишь себя. Стой. Вот скотина. Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. Да в смысле усиленный? Так, это замечательно, вот это повреждение убери. Идем на таран. Не прицелимся. Ой. Меняем позицию. Остановись! Нужна подмога! Жопа какая-то вообще. А ну стой! Ну мне GTA-шка сразу вспомнилась. Блин, опять я на него напоролся. Нет, он меня не заметил. Да ладно, клево. База, объект сбежал. Разворачиваемся. Все, нафиг, бросаем эту тачку и сваливаем. Был обнаружен, что там, крупный груз какой-то там, чего-то. Ой, какой кошмар, блин. Куда мне переместиться можно? Привет всем, кто подошел. Че, опять донатики не работают? Блин, да что такое? Сейчас, секунду. Ух ты, добрый вечер, хорошего стрима. Хотел спросить, будет ли вы проходить Кровная вражда Ведьмак? Очень хорошая игра, плюс сцена Ведьмак пополняет. Это к первой части дополнения, да? В
Батя, спасибо тебе огромное, большое спасибо за донат. Спасибо большое, прям от души. Да, конечно, буду. Там, по-моему, два DLC или одно Ведьмаку. Но мы будем проходить их оба. Спасибо тебе огромное. Не знаю, почему зависают вот так вот у меня эти донаты. Приходится их тупо перезапустить. Так, чё там я? Куда вообще шел? Я ехал вот сюда QR-код, блин, смотреть. Вот они чё до меня докопались? Что я просто там на красный проехал? Ну как просто? Конечно, нарушение. Ну сколько можно? И что ты предлагаешь? Давайте возьмем любую всратую машину, пусть хоть вот эту. Короче, если гайцы, мимо них еле-еле проезжать будем. Недавний опрос на сайте WKZ показал, что жители на стороне мстителя Эйдена Пирса. Тихо. Они даже какой свет горит? Ему помочь. Предупреждаем горожан. Это уголовно наказуемо. Видите, сейчас не говорю. А то, что я по встречке еду, его не волнует. Ну и ладно. Метро 2035 нет, не читал. Если это мне вопрос, конечно. Так, вот он QR-код. А, понятно. Нет? Серьезно? Ну отсюда это слишком будет. Еще? Нет, это не DLC, это отдельная игра, которая вышла в 2018 году после Ведьмака 3. Я не знаю, что это за игра, слушай. Я знаю только... Подожди, там кровь и вино и каменные сердца. А что за кровное... Подожди, это квест, что ли? Как квест, интерактивное кино сделано? Спасибо тебе еще раз огромное. Большое спасибо за донат. Не, это интерактивное кино, не знаю. Наверное, не буду я проходить. Посмотрим. Так, какая мне камера-то нужна в таком случае? Может, вот это? Ну нет, она тоже как-то не так. Вот это, наверное. Угу. Один из наших, Хулиган 17, на этой неделе порадовал совет. Мстители из телека. Хулиган знаком с ним лично. Этот чувак сильно портит жизнь Блюм, вламывается в центр управления и сваливает без проблем. Но у него какие-то травмы. Что-то там с семьей. Мне не рассказали, но... Думаю, в итоге мы будем работать вместе. Так, а почему прервалось? Что я банкомат нажал, что ли? Блин, а какой файл я слушал? 7-й? А, это и был конец сообщения. Ну ладно. Кафе Большого Джима. До Торио и Капоне правителем Чикаго был Джеймс Калазима, прозванный Большим Джимом. Он контролировал сотни игральных публичных домов и курилин опиума на Южном берегу с 1902 по 1920 годы. Большой Джим подписал себе смертный приговор, отказавшись иметь дело с контрабандой алкоголя. А вот Джонни Торио был не прочь и заказал своего босса. Калазима был убит в одном из своих заведений. Какая ирония. Ух ты, сейчас будет половина. 50-й будет сейчас чекин.
Прах к праху. Сгоревший завод. Этот пережиток недалекого прошлого учит нас осторожнее обращаться с любовью и одержимостью. История такова. Один из работников, отвергнутый возлюбленной, обвесился динамитом и пришел на завод. Он оставил записку, где сообщал, что взрывая здание, делает последний подарок любимой. Мог бы просто цветов подарить, эгоист. Аха, блин. Фух. Батя, еще раз тебе спасибо огромное. Что-то у меня голос немного подхрип. Не знаю почему. Привет всем, кто подошел, с кем я не поздоровался. Алексей, привет. Ильяс, МНС-2, Фатя, привет. Урт, по-моему, со всеми остальными поздоровался. Так, идем в обратку, там еще один чекин и задание устранителя. Ой, там есть преступление, пойдемте преступление попробуем предотвратить. Привет, Фейерсума. Да ладно. Нет, это интерактивное кино, это ролевая игра, построена на механике Гвинта. Очередной интерес, там идет профессиональное лицо. Мэвы там даже... Даже можно встретить Геральта. Блин, я не знаю, если честно, Фати. Такие игры, хз. Так, вот это, наверное, жертва, да? Нет, тамада какой-то. Короче, Ви, никого не пускать, я уже еду. Нет, это просто какой-то чел. Вроде засек. Скоро я с ним разберусь. Так, тихо. А вот он, потенциальный этот, ублюдыш. Стой, где стоишь. Надо поговорить. Я не уезжаю. Чем больше ты мне врешь, тем хуже для тебя. Пожалуйста! Стой! Чё зыришь? Прошу, у меня семья. Да ты беги, дурак. Блин, сейчас хрен догоню его. Он что, стрелять? А, у него только дубинка была. Так, пистолет прячем. Ты слышишь, чё? Ну ты меня вымудил. Ну, если будет интересно, можешь обзор посмотреть. Ну ладно, посмотрю. Спасибо тебе большое еще. А 4 уже донатик аж на. Обалдеть. Спасибо тебе огромное. Я посмотрю, что за игра. Ну ладно, выполнили же и пофиг. 250 получил вместо 500. А сколько мне еще надо 3 преступления предотвратить? Интересно, они потом прекратятся вообще появляться на карте? Или просто будут появляться, но толку от них никакого не будет. Просто помню, вот, по-моему, от Telltale Games, что тоже что-то там про Ведьмака было. Скотные дворы. Город консервов был открыт в 1863 году, занимал огромную территорию на южном берегу. Общая длина железнодорожного пути 200 километров, а на 1923 год производил 80% мяса, потребляемого в США. В 1919 году, когда рабочие требуя увеличения зарплаты устроили бойкот, вспыхнул расовый мятеж. Полицейские застрелили 4 рабочих, пытаясь утихомирить толпу. Как похожа ситуация, правда? С тем, что сейчас там происходит. DMC или Dishonored, не хочешь пройти вообще на какие игры планы? В группе ВКонтакте было голосование, вот то, что в группе в голосовании на те игры и планы. DMC, Devil May Cry? Не. Dishonored не знаю. Посмотрим, может быть.
Это такое что-то было. О, музыку. Так, это получается. Фига мне еще сколько музыки надо натырить. 11 мелодий. Что подозревается? Где? В чем? А, это игра от CD Projekt. Значит, ты перепутал. Просто, по-моему, есть еще от Telltale Games тоже какое-то прохождение. О, это игра. Блин, ну пойдемте за посылочкой. В планах что у нас? Вальгала, Watch Dogs пройти всю серию, получается вот это, потом вторая, ну и надеюсь Легион. Когда выйдет Far Cry 6? Far Cry 6. Но он, как я тут не, по недавним новостям понял, он только осенью 2021 выйдет. Так, а где посылочка-то? Что-то я не просек. На крыше что ли? А, вот она. Фу, блин, какие-то копейки. Что еще у нас там? Ведьмак, получается. Первый, второй, третий, все с дополнениями. QR-код я прочитал. Ну все, идем на устранение теперь, наконец-то. О, музыка еще. Ой, не вырубай. А что у тебя продается? Слушай. Нужен товар. Энергетик. Пришел по адресу. Чувак, что еще? А что, нахрена он нужен? Если что надо, заходи. Блин, музыка твоя мне не нравится. Вырубай ее нахер. Пойдем отсюда, пойдем. Твою мать, и не врубается она ведь. Похоже, этот урод станет угрожать чьей-то семье. Ну, сам виноват. Я разберусь. Ну, надеюсь, его убрать надо, а не палкой запинать. Да, просто устранить, шикарно, так и надо нам. Так, машину бы мне. Вот это сойдет. Че, попробуем со снайперки сначала. Блин. Твою мать. Расскажите, что произошло. Я жив? Твою мать. Всем отрядам, запускаю сканирование CDOS. Мужик, вали. Вали, мужик. О, тварь. Я что, пропустил одного? Почему у меня снайперка стреляет автоматическим огнем, блин? Мне в его годы.
бункер, я просто в него врежусь, смотри! Вот тварь! Нет! Валим. Все, даже полицию не вызвал никто. Все хорошо. Сложность, реализм. Нет, я проверил. И в самом начале же мы еще проверили. Реализм, вот видите. Я не знаю, почему она сбрасывалась. Один раз только сбросилась. На-на-на-на. Так, что у нас тут дальше? Чекин. Вот здесь. Вот и здесь еще чекин. Здесь одни чеки. О, бухло. Пойдемте проверим бухло. А, наверное, оружие надо подойти. Тоже докупить патрончики. Ну и трахома машина, конечно. Но зато неприметная. Я проверил сложность только что. Нужен ли CTOS перезапуск? Мэрия заверила граждан, что контролирует ситуацию. Однако жалобы о сбоях в работе системы продолжают поступать. Нерабочие светофоры, отключение... Кто это? Что это? Кто это там? Что за тварь там орёт? Так, чё, магазин, давай, пополнить запас. 100 баксов. Чего надо? Всё, давай, пока. А сколько мне денег? Чё как? Ладно, пока не будем ничего больше докупать, мне вроде если норм. Если что всё. Будет надо, приходи. Я понял, приду, если что. Вот мы сейчас кто кого перепьет, то и попробуем. Экстрим, сложности, обычные две разные вещи. Что за экстрим? Нет такой сложности. Ладно, поехали к бухлу. Заодно там преступление попробуем предотвратить. Ну, ё-моё. Ну, я не виноват. Ну, виноват маленько, да. Да ё-моё. Ну, в прошлый раз, по-моему, я играл на экстриме, кто кого перепьет. Так, чекин сначала, давайте зачекинимся. По-моему, это давно уже вышло, да, из мода, вот это зачекиниться. И, по-моему, я уже это говорил. Пекарня Аела. Эта пекарня поставляла сахар гангстерам, торговавшим алкоголем. Чувствуя давление со стороны своих клиентов, желающих приложить руку к чужому бизнесу, Аела не оставлял попыток подняться на вершину и даже пытался отравить Капоне. Он оставался в живых в том числе и потому, что стучал ФБР. В конце концов, в октябре 1930 года Капоне приказал убить его. Вот вам и амбиции. Так, пойдем предотвратим преступление. Уже второе, хрена себе. А то отменилось, походу. Так, где у нас тут жертва? Чё, чё у этого? О, отлично. Чё-то я ни жертв, ни... Никого не вижу. Профайлер был не включен. Твою-то мать. О, область расширилась почему-то. Так, тихо, тихо, тихо. На кого он там напасть-то хочет, тварь? У него вероятность нарушения закона снижается. Ты давай-ка брось мне это дело. О! Я буду нападать на... Что там? Девчонка идет. Я не дам тебе просто взять и уйти! Боже, я же сказала тебе, отстань! Ты моя собственность! Ясно? Ты охренел? Вообще четко получилось. Сетевые миссии не работают. Ну давайте еще раз покажу. Недоступно. Первый Ubisoft недоступен. Я не знаю, что.
Так, пойдем бухать. А, нет, там есть этот наперсточник. Сначала к наперсточнику подойдем. Посмотрим, у него есть там уровень выше сложности или нет. А где это ты тут сидишь? Подожди, ты где? Ты где? Неделя выдалась говёной. А где наперсточник-то? О, хрена. А, вон он стоит. Ну-ка, чё у тебя? Чего? Почему недоступно? Профайлер надо включить. Все честно, без фокусов. Ты, я и Шарик. Просто будь внимательнее. Ты, и я и Шарик. Твои. Поехали, все просто. Следи за Шариком. Да ты заманал, почему ты недоступен-то? Что сделать надо? О! Так. Не, у него тоже пятый максимальный. Нет. Все, иди лесом. Пойдем бухать. Пить. Садись. Я учу другого, потому что узнал в пустыне. Тактика и психология. Рэд. Если так поглядеть на Росиф ремонт, там помойка. Только наркота, пушки, грабежи. Но на самом деле... Так, что, с тобой пить? Мне здесь понравилось. Уровень один. Я с тобой говорю. Как в твоем Лос-Анджелесе? Охрененно. Ты приехал в... И что это у нас просто? Не экстрим? Чего ждем? Ну давай, давай. Наконец хоть кто-то отозвался. Привет, Дэнкок. То есть вот это тоже на статистику будет влиять, да? То, что экстремальный прошел, это не считается. Так тут что-то изич, наверное, будет сейчас. Как вам это? Прямо пощечина. Ладно, разминаемся. Ужас какой-то. Да для меня это... Отлично разминаемся. Как водички попить. Господи. После того-то экстрима. Китаёзы говорят, это мертвого поднимет. Что там происходит? Там люди крестятся? Почему? Что творится? Надо было сказать. Там творится что-то жуткое. Наверное, из темноты что-то вылезло. О, боже мой! О, господи, ты, боже мой! Боже мой! Тьма наступает! Тьма нас всех поглотит! Она схватит каждого и сделает его частью себя! Чё так много-то? Стопок, ты заманал! Какого хрена-то? В экстремальном не было столько стопок, сколько вот тут мы бухаем. Вот мой ребенок не поймет, что ему подсунули, и его накроет адский трип. Выигрыш 100 баксов. Маловато будет. Дело в том, что ей в саду нравится. Не, ну не надо так-то. Сплошное счастье. Домой возвращается веселый... Ну-ка, где прогресс у нас? Так, по выпивке где смотрим? Выпивка где? Кто кого перепьет? 2 из 6. Я не пойму сейчас, что это за хрень. Это сраные шахматы. У меня, кстати, по шахматам есть идейка. А, против трех оппонентов, против трех разных оппонентов. Ясно, ясно. То есть нужно будет еще одного чувака найти и с ним побухать. А если я просто буду стоять, ты протрезвеешь? Вроде сходится изображение, да? В прошлый раз я бегал, думал, это поможет. Походу, без разницы. Мужик, просыпайся.
О, очнулся. Ну чё ты? Задрал. Что? Никто не хочет выпить? А, во, всё, активировалось. Это не трёхлетняя девочка, а какой-то адов манипулятор. Начнём. Обычно у меня собутыльники покрепче. Да ты что? Всего трое. Ты давай побыстрее наливай, что ты это медленно. Со своими машинами все подъезды и разъезды. И не смотрят по сторонам. А у меня тут. Блин, слишком далеко эти. Классно. Я в курсе, что все с утра проснуться хотят. Я тоже кофе люблю, но нужно же меру знать. Ну в конце же концов. Ну что, пробрало, а? Не, не пробрало. Что? Почему свет отрубился? Замыкание какое-то, что ли? Боже мой, я чуть не умерла от страха. Все в порядке? Все живы, здоровы? Ой-ой-ой, с ума сойти, божечки мои. Кто-нибудь должен все починить? Кто-нибудь сразу ты должен все починить? Никакой уже. Да я-то никакой. А, да, там шахматы всегда одинаковые. А у меня была другая идейка немного. А, короче, поставлю просто на телефон игру какую-нибудь, да, приложуху в шахматы играть. С компом. И когда сяду вот здесь в игре играть, включу на телефоне «Привет, трава». И получится, что будет играть комп с компом. А в телефоне просто выберу максимальную сложность бота, и по идее он должен выиграть этого чувака. Приходишь в ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь, и понимаешь, что именно без этой жрачки. Уже надоел легион. Такие хорошие, такие вежливые. Что же мне теперь делать-то? Бросить есть? Я еще и плохая. Не верю. Ну, ну же, кто-нибудь. Ну да, чё, блин. Сделаю тебя. Наконец хоть кто-то отозвался. Господи ты, боже мой. Ой, за раз две. Что там базарит и базарит вон та девка, причем разговоры разные все. Звоню им, а мне девушка говорит: да, к сожалению, получили отказ от вашего банка, так что... А вот и его пробрало. А, да-да. Я заржала и говорю: боже мой, какая печаль. Черт. Ну что за хрень вообще? Отлично. То есть теперь каждый сам... Выдержка. Вкус. Я так понимаю. Давай, лови темп. Ага. Видите, а я поддерживаю этот сек, а не как. Ага. Защищают наши права. Спасают от беспредела. Молодцы, короче. А вот... Что, здесь тоже 11 уровней будет, вот что ли? Стопудово там все продажные. Стопудово. Они должны за все ответить. И, короче, ты не думай, просто делай. На чистую воду. А если съемовцы заноют и попытаются что-то скрыть благодаря дедсек, все равно не получится. Вот даю вам зуб, а не получится ничего. Пей! Ты мне напоминаешь младшего капрала из Cherry Point. Чего-то эти дедсек совсем не внушают мне доверия. Народ в панике от их выкрутасов.
Идеальный мошенник. Хватит базарить, давай наливай уже быстрее, блин. Я с тобой что, сейчас весь стрим тут сидеть, что ли? Блин. Ух ты. Так, четвертый уровень готов. Вы умеете пить. Круто. Народ, ему бы надо такси вызвать. Мой ребенок не поймет, что его подсунули, и его накроет адский трип. Или еще что-то. Чего ты, эти дед-сек совсем не внушают мне доверия. Народ в панике от их выкрутасов. У нас есть правительство. Эйдену вообще похуй. Тот, блин, уже успевает проспаться. Нажраться, проспаться, пробухаться. Вертолеты, наверное, словить. А этот стоит пофиг. Побухал, встал, ждет, пока тот проснется. Не в одиночку ж пить. Садись. Я в деле. Окей. Мы одну и ту же бутылку глушим. Там же бездонная, что ли? Да ты не отстаешь, а? Что стряслось? Как же меня это задолбало. Нужно сказать им, что он умер. Точно, так и сделаем. Тогда они полюбят меня. Ой. Классно. Знаете, а я поддерживаю Дэдсек. Они крутые, защищают наши права, спасают от беспредела. Главное, базарит, разговаривает с мужиком, она там стоит, а смотрит на меня почему-то. Давай, не тормози. И, короче, эти хакеры выведут их на чистую воду. А если блюмовцы заноют и попытаются что-то скрыть благодаря Дэдсек, все равно не получится. Вот даю вам зуб, а не получится ничего. Ты давай, давай, не засыпай, не это. А то что-то ты медленно наливать начинаешь. Ты выпей все до конца. Терпи, солдатик. Мы не доставим. Я заржала и говорю, боже мой, какая грусть, печаль. Ну что за хрень вообще? Как дальше жить-то? То есть теперь каждый сопляк может получить мои личные собственные данные, я так понимаю? Дело в том, что ей в саду нравится. Для нее сплошное счастье. Домой возвращается веселая, ржет без остановки. Что, плохо? А я бы не отказался от сэндвича. Кайф. От хренэндвича бы ты не отказался? Ты отстой! Ну, то есть, не буквально отстой, конечно. Но подтекст явно читается. Ну и всю дорогу. Так-то, дружище. Учись. О, все, у нее, походу, разговоры кончились, потому что по второму кругу пошло. А главное, откуда ребенок в три года может знать, как схалявить, так ведь? Это не трехлетняя девочка, а какой-то адов манипулятор. Проспался. Давай быстрее. А там уже бандитские притоны. Не верю. Что происходит? Ну уже, кто-нибудь. Пятый уровень только, кошмар. Обычно у меня собутыльники покрепче. Смотрите все под ноги. Аккуратнее говорю. Разуйте глаза вашу шмать, а вы слышите? Ты догонять будешь? Вы слышите? Что там происходит? Обычно, чем больше пьешь... Что творится? О, господи. Там
Тем хуже. Наверное, из темноты что-то вылезло. О, боже мой. О, господи, ты, боже мой. Боже мой. Тьма наступает. Тьма нас всех поглотит. Она схватит каждого и сделает его... Вдохновлять нужно примером. Да иноперсточник тоже, блин, миллионер. Мы приехали поглядеть на мой город. Так зачем при этом выпендриваться? Что, нельзя вести себя как народ? Ну что, тошнит тебя? На рюкзачке у него... Я люблю Лос-Анджелес. Кроссовочки у него из Лос-Анджелеса. На кепке обязательно написано «Лейкерс порвут». Зачем выделяться-то? Почему нельзя, как самый обыкновенный турист, приехать, побегать со своей мыльницей, пофотать всякие достопримечательности? Вот... О, засыпаешь, да? Нет, пока еще. Почему-то не стала доставать людей своими приблудами, типа, а вот мы в Нью-Йорке. Мне здесь понравилось, и я радовалась жизни. Мне вообще насрать. Бэтмена без костюма? Охрененно. Ты приехал в... То есть Брюса Уэйна. Что стряслось? Я на перстке все уровни прошел. Иди простись. Ладно, ждем. Я сейчас... Замыкание какое-то, что ли? Боже мой! Опять бухлачка, бухлачка опять. Все в порядке? Все живы, здоровы? Ой-ой-ой-ой, с ума сойти, божечки мои! Кто-нибудь должен все починить! Кто-нибудь срочно должен все починить! Это же опасно! Михаил, я тебе подсказку дам. Посмотри стрим мой по Watch Dogs, он называется... Как пройти на перске. Что, никто не хочет выпить? Не, вот этот алкаш легкий, а который экстремальный там в левом углу карты вверху, тот, блин, пожестче будет. Окей. Мы нашли развлечение. О чем я и говорю. Обычно, чем больше пьешь, что ты хочешь поточить, причем в такой момент, тем хуже. В ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь, и понимаешь, что именно без этой жрачки не смог бы пережить. О чем я и говорю. Такие хорошие, такие вежливые. Что же мне теперь делать-то? Бросить есть? Уж я начал засыпать. Вернее, пока не засыпать, просто это, зевать. Вы приехали поглядеть новый город. Вот и его пробрало. Я люблю Лос-Анджелес. Кроссовочки у него из Лос-Анджелеса. На кепке обязательно написано «Лейкерс всех порвут». Номер не подскажу, но он так и называется. Кто это? Тут стрим-то у нас сейчас 11 идет. Открой просто про плейлист. Там видишь название прям такое. Ну что, тошнит тебя? Как пройти на перске, по-моему, я его назвал. Почти в самом начале. Мне здесь понравилось, и я радовалась жизни. Мне вообще насрать, как в твоем Лос-Анджелесе охрененно. И как победить на перске или что-то такое. Давай. Не тормози. Дело в том, что ей в саду нравится.
Детский сад для нее сплошное счастье. Домой возвращается веселая, ржет без остановки. Рассказывает, какими интересными делами они в этот день занимались. А на следующее утро садимся в машину. Никакой уже. Отстой! Ну, то есть, не буквально отстой, конечно. Но подтекст-то явно читается. Ну и всю дорогу без остановки орёт. Мам, я не хочу идти в садик. Начинает пробирать. Все в тумане, да? Нет, не в тумане. Заманал. Ты что ты, блин, ссышь? Это не трехлетняя девочка, а какой-то адов манипулятор. Ну нет, я не так прост. Ой, хрясь. Ой. Терпи, солдатик. Нечего ты идти, дедсек совсем не внушает недоверие. Народ в панике от их выкрутасов. У нас есть правительство, и правительству виднее, что и как должно. А, может быть, секрет победы на Пёрске, да. Что только они правы. Да чего вы? Что они за пленки могут знать? Да ну нафиг. Знаете, а я поддерживаю дедсек. Они крутые. Защищают наши права. Спасают от беспредела. Молодцы, короче. А вот Блюм точно уроды какие-то. Вот стопудово там все продажные. Стопудово. Давай уже просыпайся. Они должны за все ответить. И, короче, эти хакеры выведут их на чистую воду. А если блюмовцы заноют и попытаются что-то скрыть благодаря дедсек, все равно не получится. Вот даю вам зуб. А не получится ничего у них. Не верю. Ну, ну же, кто-нибудь. Погнали. Обычно у меня собутыльники покрепче. Выжрала все запасы кукла в местном ресторане. Такой ржач. Ту-ду-ту-ду-ту. Ага. Да ты не отстаешь, а? Ага. Платеж за колье из черных бриллиантов не прошел. Я такая, чего? Звоню им, а мне девушка говорит, да, к сожалению, получили отказ от вашего банка, так что колье за 1600 баксов мы не доставим. Я заржаю. Ты не думай, просто делай. Ой, какая грусть, печаль. Ну что за хрень вообще? Чего у меня сколько? Хоть докс рубля. Похоже, у меня уже иммунитет. А, 6 миллионов 700 тысяч. Давно пью. Божечки, божечки, святые небеса. Что творится, что творится? Почему свет отрубился? Замыкание какое-то, что ли? Боже мой. Я чуть... Давай, лови темп. Ага. Все живы, здоровы? О боже, да ты в стельку. Посмотри на себя. Ой. О, засыпаешь, да? Да, прикинь. Чуть-чуть. Что несет, я не пойму. Смотрите все под ноги. Аккуратно говорю. Раскройте глаза. О, шмать, а вы... Молодец. Нет, вы слышите? Вы слышите? Что там происходит? Там люди кричат. Почему? Что творится? О, господи. Там творится что-то жуткое. Наверное, из темноты что-то вылезло. О, боже мой. Ой. Боже мой. Ты выпей все до конца. Она схватит каждого и сделает его частью себя.
Ой, блин. Ни хрена себе. Что, плохо? А я бы не отказался от сэндвича. Точно так и сделаю. Тогда не палю. Так-то, дружище. Получилось? Не, ну не надо так-то. Современная наркота, враг какой-то. Раньше все знали, что можно есть, а что не стоит. Вот мой ребенок, блин, не поймет, что его подсунули, и его накроет адский трип. Или еще что-то. Эти уроды открыли в нашем районе новую пока он опять кофейню с этим сраным окошком, типа купить кофейку, не выходя из машины. Ну и разумеется, теперь целая куча безумных хипстеров повадилась туда гонять по пути на работу. Кофе в подавальнике, понимаешь, жили. Хоть кто-нибудь здесь выпьет со мной, да, в конце концов. Уровень должен быть. И не смотрит по сторонам. А у меня дочь в школу звала этот дебил со своим сраным... Наконец кофе. Хоть кто-то отозвался. Я в курсе, что все с утра проснуться хотят. Я тоже кофе люблю. Но нужно же меру знать. Ну в конце же концов. Ты догонять будешь? Классно. Раньше все знали, мы с тобой можно есть, а что не стоит. Вот мой ребенок не поймет, прикончим эту бутылку. Мне кажется, бутылка это бездонная, ее нельзя прикончить. Ёбан. Да, блин. О чем я и говорю. Теперь стану жить без моего любимого чилийского ресторанчика. Это же как друга потерять. Продукты всегда свежие, еда дико вкусная. Сразу видно, шеф готовит эти эмпанады с любовью. Вот точно. Он как будто знал, что ты хочешь поточить. Ну что, пробрало, а? Приходишь в ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь, и понимаешь, что именно без этой жвачки не смог бы пережить. Ой, рельную бутылку. Черт. Что теперь делать-то? Бросить есть? Отлично. Выдержка. Вкус. Ты небеса. Что творится? Что творится? Почему свет отрубился? Замыкание какое-то, что ли? А вот и его пробрало. От страха. Все в порядке? Все живы, здоровы? Ой-ой-ой-ой, с ума сойти, божечки мои! Кто-нибудь должен все починить? Кайф. Кто-нибудь срочно должен все починить? Это же опасно! О, засыпаешь, да? Ну, бухачка просто твоя не особо увлекательная игра. И я еще и плохая. Я. Как же меня зашибало. Нужно сказать им, что он умер. Точно. Есть? Так тогда они получат. Только один выход, парень. Какой? Выпить? Ну что, тошнит тебя? Ну что, ей в саду нравится. Детский сад для нее сплошное счастье. Домой возвращается веселая, ржет без остановки. Рассказывает, какими интересными делами они в этот день занимались. Ты проморгал ее. На следующее утро садимся в машину и сходу. Мама, ты отстой! Ну, то есть, не буквально отстой, конечно. Но подтекст-то явно читается. Ну и всю дорогу без остановки орет. Бей! Хочу идти в садик. Начинает. Что стряслось? Заболела или еще что? А главное, откуда ребенок в 3 года может знать, как схалявить, так ведь? Это не 3-летняя девочка, это адов манипулятор.
Бей! Легче. Это как когда мы... Это не с тобой. У нас есть правительство, и правительству виднее, что и как должно быть. И тут какие-то подростки заявляют, что только они правы. Да с чего бы? Что эти сопляки могут знать? Да ну нафиг. Ты выпей все до конца. Они крутые. Защищают наши права. Спасают от беспредела. Молодцы, короче. А вот Блюм точно уроды какие-то. Вот стопудово там все продажные. Стопудово. Они должны за все ответить. И, короче, эти хакеры выведут их на чистую воду. А если Блюмов-то заноет и попытается что-то скрыть благодаря ДНК, все равно не получится. Вот даю вам зуб. А не получится ничего. Блин, давайте чуть-чуть передохнем, а я пойду хлебну водички хотя бы. Да она как с цепи сорвалась. Выжрала все запасы бухла в местном ресторане. Такой ржач. Даже видео есть. Что, никто не хочет выпить? Ужас какой-то. Что? Что происходит? По всему городу света нет или только здесь? Господи, как же я умудрилась так встрять? Да, кошмар какой. Эй, эй, смотрите все под ноги. Аккуратнее говорю. Разуйте глаза, вашу ж мать. А вы слышите? Нет, вы слышите? Вы слышите? Что там происходит? Там люди кричат. Почему? Что творится? О, господи. Там творится что-то жуткое. Наверное, из темноты что-то вылезло. О, боже мой. О, господи, ты, боже мой. Боже мой. Тьма наступает. Тьма нас всех поглотит. Она схватит каждого и сделает его частью себя. Господи, ты, боже мой. Открываю сегодня почту, а там мыло из магазина на диване. Простите, но платеж по вашей карте за колье из черных бриллиантов не прошел. Я такая, чего? Звоню им, а мне девушка говорит, да, к сожалению, получили отказ от вашего банка, так что колье за 1600 баксов мы не доставим. Я заржала и говорю, боже мой, какая грусть, печаль. Ну что за хрень вообще? Как дальше жить-то? То есть теперь каждый сопляк может заполучить мои личные собственные данные, я так понимаю? Ёлы-палы, как люди не понимают. Окей, вы приехали поглядеть на мой город. Так зачем при этом выпендриваться? Что, нельзя вести себя как нормальные люди, что ли? А то, блин, понаедут. На рюкзачке у него «Я люблю Лос-Анджелес». Кроссовочки у него из Лос-Анджелеса. На кепке обязательно написано «Лейкерс всех пород». Зачем выделяться-то? Почему нельзя, как самый обыкновенный турист, приехать, побегать со своей мыльницей и пофотать всякие достопримечательности? Окей, я тоже родом не из Чикаго. И когда сюда приехала, почему-то не стала доставать людей своими приблудами, типа «А вот в моем Нью-Йорке!» Мне здесь понравилось, и я радовалась жизни. Мне вообще насрать, как в твоем Лос-Анджелесе охрененно. Ты приехал в гости в мой город, мать твою! Да, блин. А чего мне никто не сказал, что они закрываются? Как я теперь стану жить без моего любимого чилийского ресторанчика? Это же как друга потерять. Продукты всегда свежие, еда дико вкусная. Сразу видно, шеф готовил эти эмпанады с любовью. Вот точно. Он как будто знал, что ты хочешь поточить, причем в любой момент. Приходишь.
приходишь в ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь, и понимаешь, что именно без этой жрачки не смог бы пережить этот день. Такие они были хорошие, такие вежливые. Что же мне теперь делать-то? Бросить есть? И я еще и плохая. Я! Как же меня это задолбало. Нужно сказать им, что он умер. Точно, так и сделаю. Тогда они полюбят меня. Они крутые, защищают наши права, спасают от беспредела. Молодцы, короче. А вот Блюм точно уроды какие-то. Вот стопудово там все продажные. Стопудово. Они должны за все ответить. И, короче, эти хакеры выведут их на чистую воду. А если блюмовцы заноют и попытаются что-то скрыть благодаря DeadSec, все равно не получится. Вот даю вам зуб, а не получится ничего у них. Так, ну что, продолжаем. Что тут три уровня осталось всего? Я в деле. Обычно у меня собутыльники покрепче. С этим сраным окошком типа купить кофейку, не выходя из машины. Ну и разумеется, теперь... Ты догонять будешь? Кайф. Кофе им подавай. Так вроде пьешь, пьешь и ничего. Машинами все подъезды и а вот потом раз. А у меня дочь в школу шла, этот дебил со своим сраным кофе, как безумно летел и чуть не сшиб ребенка. Я в курсе, что все с утра проснуться хотят. Я тоже кофе люблю. Но нужно же меру. Да ты не отстаешь, а? О, поздравляю с днем рождения тебя. Замыкание какое-то, что ли? Боже мой. Да, у меня тоже 2 минуты, как наступило 3 ноября. Снюхай. Ты не думай, просто делай. Кто-нибудь должен все починить. Кто-нибудь срочно должен все починить. Это же опасно. Поздравляю. Желаю всего самого лучшего. Ну что, пробрало, а? Ужас какой-то. Ага. Что происходит? Китаёзы говорят, это мертвого поднимет. Господи, как же я ужас так стыдно. Кошмар какой-то. Надо было сказать. Смотрите все под ноги. Странно, кто льется из бутылки алкоголь, если честно. Как нефть какая-то. Мысли тоже. У тебя тоже день рождения? Тьма нас всех поглотит. Серьезно? Давай. Не тормози. А просто боже, наступило 3 ноября. Посмотри на себя. Отказался от сэндвича. Дик начинает притворяться, заболел или еще что. А главное... Ой, господи. Давай уже вырубайся, мужик, а.
Ну нет, я не так прост. Терпи, солдатик. Этот долбанный цифрокайф. Современная наркота, мрак какой-то. Раньше все знали, что можно есть, а что не стоит. Вот мой ребенок не поймет, что ему подсунули. Два уровня осталось. Народ, ему бы надо такси вызвать. Не, ну не надо так-то. Не, чего-то эти дедсек совсем не внушают мне доверия. Народ в панике от их выкрутасов. У нас есть правительство, и правительству виднее, что и как должно быть. И тут какие-то подростки заявляют, что... Блин, у меня в планах было побольше выполнить на этом стриме, на карте позакрывать. Да ну нафиг. Я чуть не ожидал, что мы опять будем тут бухать. Хочет его отключить. Да она как с цепи сорвалась. Выжрала все запасы бухла в местном ресторане. Такой ржач. Даже видео есть. Не верю. Ну... Ну же, кто-нибудь. Давай. Окей. Мы нашли развлечение. Открывай сегодня почту, а там мыло из магазина на диване. Ой. Да ты не отстаешь, а? Я такая, чего? Мы с тобой. А мне девушка говорит. Прикончим эту бутылку. От вашего банка, так что колье за 1600 баксов мы не доставим. Я заржала и говорю, боже мой, какая грусть-печаль. Давай, лови темп. Ага. Как дальше жить-то? То есть теперь каждый сопляк может заполучить мои личные собственные данные, я так понимаю? Конечно, легче, чем экстрим. Намного легче, чем экстрим. Это вообще изич. Поглядеть на мой гор. Так зачем при этом выпендриваться? Что, нельзя вести себя как нормальные люди, что ли? А то, блин, понаедут. Засыпаешь, да? Я люблю Лос-Анджелес. Кроссовочки у него из Лос-Анджелеса. На кепке обязательно написано «Лейкерс всех порол». Зачем выделяться-то? Почему нельзя, как самый обыкновенный турист, приехать? Классно. Побегать со своей мыльницей и пофотать всякие достопримечательности. Окей, я тоже родом не из Чикаго. И когда сюда приехала, почему-то не стала доставать людей своими приблудами. Типа, а вот в моем Нью-Йорке. Мне здесь понравилось, и я радовалась жизни. Мне вообще... О чем я и говорю? В моем Лос-Анджелесе охрененно. Ты приехал в гости. Ух ты. Мой город, мать твою. Да, по-моему, 11 всего уровней, это должно быть с выпивкой. Ты догонять будешь? Как же меня это задолбало. Нужно сказать им, что он... Точно, так и сделать. Тогда они полюбят. Круто. Охренеть. Ой. Вышарало все запасы. А вот и его пробрало. Даже видео есть. Что стряслось? Ужас какой-то. Что? Что происходит? По всему городу света. Ты... Никакой уже. Как же я умудрилась так встрять? Да, кошмар какой. Эй, эй, смотрите все под ноги. Аккуратнее говорю. Разуйте глаза, вашу шмать, а вы слышите? Вы слышите? Что там происходит? Там люди кричат. Почему? Что творится? О, господи. Там творится что-то жуткое. Наверное, из темноты что-то вылезло. Да я проходил Mad Max когда-то. Ты никакой уже. Нас всех поглотит. А
Она схватит каждого и сделает его частью себя. Ты никак не нажрется. Этим фанаты с любовью. Точно. Он как будто знал, что ты хочешь получить. Выпей все до конца. Приходишь в ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь, и понимаешь, что именно без этой жрачки не смог бы пережить этот день. Какие они были хорошие, такие вежливые. Что же мне теперь делать? Допросить есть? Чего-то эти дедсек совсем не внушают мне доверия. Народ в панике от их выкрутасов. У нас есть правительство, и правительству виднее, что и как должно быть. И тут какие-то подростки заявляют, что только они правы. Да с чего? Что эти сопляки могут знать? Да ну нафиг. Эти уроды открыли в нашем районе новую кофейню с этим сраным окошком типа купить кофейку, не выходя из машины. Ну и разумеется, теперь целая куча безумных хипстеров повадилась туда гонять по пути на работу. Кофе им подавай, понимаешь ли. Запрудили своими машинами все подъезды и разъезды. И не смотрят по сторонам. А хоть кто-нибудь здесь выпьет со мной в конце концов. Кофе, как безумный летел и чуть не сшиб ребенка. Все выше не делается, значит, это последний супер уровень. Типа, наконец, хоть кто-то отозвался. Типа, левел. Дело в том, что... О чем я и говорю. Детский сад для нее сплошное счастье. Домой возвращается веселая, ржет без остановки. Как вам это? Какими интересными делами этот день занимались. Прямо пощечина. Утро садимся в машину и сходу. Мама, ты отстой! Блин, еще раз. Отстой, конечно. Но подтекста я. Ты догонять будешь? Ну и всю дорогу без остановки орет. Мам, я не хочу идти в садик. Начинает притворяться, что заболел или еще что. Откуда ребенок в 3 года может знать, как схалявить, так ведь? Это не 3-летняя девочка, а какой-то адов манипулятор. Так. Да ты не отстаешь, а? Ну а то. Что стряслось? Божечки, божечки, святые небеса! Что творится? Что творится? Почему свет отрубился? Замыкание какое-то, что ли? Боже мой! Я чуть не умерла от страха. Все в порядке? Все живы, здоровы? Ой, ну что, пробрало, а? Кто-нибудь должен все починить. Кто-нибудь срочно должен все починить. Это же опасно! Похоже, у меня уже иммунитет. Давно пью. Знаете, а я поддерживаю Дэдсек, они крутые. Защищают... Ну что, тошнит тебя? Спасают от беспредела. Молодцы, короче. А вот, блин, точно уроды какие-то. Вот 100-пудово там все продажные. 100-пудово. Они должны за все ответить. И, короче, эти хакеры... Как? ...на чистую воду. А если блюмовцы заноют и попытаются что-то скрыть благодаря Дэдсек, все равно не получится. Вот даю вам зуб, а не получится ничего. Давай. Не тормози. Этот
современная наркота, мрак какой-то. Раньше все знали, что можно есть, а что не стоит. Вот мой ребенок не поймет. Блин, я проморгал, думаю, что за дела? Еще не кончается. Китаёзы говорят, это мертвого поднимет. Надо было сказать. Да, блин. А чего мне никто не сказал, что они закрываются? Как я теперь стану жить без моего любимого чилийского ресторанчика? Это же как друга. Терпи, солдатик. Мне всегда свежий, еда дико вкусная. Сразу видно, шеф готовил эти эмпанады с любовью. Вот точно. Он как будто знал, что ты хочешь поточить, причем в любой момент. Приходишь в ресторан, заказываешь что-нибудь и ешь. Что, плохо? Плохо. А я бы не отказался от сэндвича. Ой, что это плита? Эти уроды открыли в нашем районе новую кофейню с этим сраным окошком, типа купить кофейку, не выходя из машины. Ну и разумеется, теперь целая куча безумных хипстеров повадилась туда гонять по пути на работу. Кофе подавай, понимаешь, шли. Запрутились машинами, все подъезды разъезды. Да. Ух ты, молодец. А у меня дочь в школу шла, этот дебил со своим сраным кофе как безумный летел и чуть не сшиб ребенка. Я в курсе, что все с утра проснуться хотят. Я тоже. Мы ждем, пока он сразу скажет. Что случилось с тем парнем? Кажется, он... Божечки, божечки, святые небеса! Что творится, что творится? Почему свет отрубился? Замыкание какое-то, что ли? Боже мой! Блин, когда это уже кончится? Все в порядке? Все живы, здоровы? Ой-ой-ой-ой, с ума! Ты выпей все до конца. Кто-нибудь срочно должен все починить, это же опасно! Это же был 11 уровень, да? Надеюсь. Я сейчас... Еще два чего-то нужно выполнить. Не понимаю. Ужас какой-то. Что? Что происходит? По всему городу света нет или только здесь? Господи. Очухивайся. Господи. Кошмар какой. Эй, эй, смотрите все под ноги. Аккуратней. Или это был 11 уровень? Разуйте глаза, вашу ж мать, а вы слышите? Нет, вы слышите? Вы слышите? Что там происходит? Там люди? Эй! Почему? Я с тобой говорю. Что творится? О, господи. Творится что-то жуткое. Наверное, из темноты что-то вылезло. О, вперед, друг! Господи ты, боже мой! Боже мой! Тьма наступает! Тьма нас всех поглотит! Она сейчас, подожди, я стрим отмотаю, гляну. Какой уровень-то я закончил? Это долбанная цифра кайф. Современная наркота, мрак какой-то. Раньше все знали, что можно есть. Чего ждем? Вот мой ребенок не поймет, что ему подсунули, и так, его ну-ка накроет адский трип. Или еще что-то. Дело в том, что ей в саду нравится. Детский сад для нее сплошной щит. Вперед, друг! Домой возвращается веселая, ржет без остановки. А, все, я, то есть, прошел, да, супер уровень? Ой, отлично. Блин, на нее тебя заманался. Надо, наверное. Почему показывают уровень 11? То есть я дошел до 11 уровня. О, ты че, все наклюкался? Блин. Давайте, наверное, заканчивать на сегодня. Что у нас там? Сколько стрим уже идет? Полтора часа, что ли?
Сколько прогресс? 33% было 38. Хрена себе. Сетевая сессия так и недоступна. Ну капец. Ой. Короче, давайте на этом на сегодня заканчивать, потому что я меня начинает вырубать спать. Ну, погоня, ну, зато размялись вначале, тоже нормально было. Всем большое спасибо за просмотр, вот что у меня там топ-донейт стрим съехал куда-то в бок. Большое спасибо за донатики, Фатя, тебе прям огромное. Большое спасибо. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в будущих стримах и сериях на канале Let's Play. Всем пока. Что за шутки? Твою мать.